может попасть на скамью подсудимых. Бывшего депутата-демократа Найя Симеона Плешко обвиняют в незаконном обогащении. Национальный орган по неподкупности подал иск в столичный суд сектора Чиканы, который вынес решение возобновить уголовное преследование. В пресс-релизе «НОН» сообщается, что в прошлом году была установлена разница в 800 тысяч лев между задекларированными доходами и расходами семьи Найя Симеона Плешки. Политик не смог объяснить происхождение денег. Инспектор по неподкупности сделал запрос в Генпрокуратуру об открытии уголовного дела. Однако обвинитель из Буйканского отделения ведомства отказался начать уголовное преследование, мотивируя отсутствием состава уголовного преступления. НОН потребовал аннулировать постановление прокурора, а затем опротестовал его в суде. В среду чиканский суд аннулировал прежнее постановление прокурора. НОН выражает свое недоумение и сожаление по поводу того, как действовали прокуроры Буйканского отделения Кишиневской прокуратуры, которые отказались провести тщательное расследование возможных признаков преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Получить комментарии бывшего депутата Найи Симеона Плешки не удалось. На наши звонки он не ответил.